Мама, на моем айфоне очень маленький экран. На нем неудобно играть в Brawl Stars. Мне нужен новый 11-й айфон. Ничего себе заявочка! Ты знаешь, сколько стоит новый айфон? Тима, твой новый смартфон приехал. Класс! Мама, на моем айфоне очень маленький экран. На нем неудобно играть в Brawl Stars. Мне нужен новый 11-й айфон. Ничего себе заявочка! Ты знаешь, сколько стоит новый айфон? Да и зачем тебе играть в Brawl Stars на телефоне, если у тебя есть планшет? Планшет неудобно с собой носить. Не могу понять, зачем тебе играть в Brawl Stars на телефоне? Ты что, в школе играешь, а? Нет. Точно в школе играешь. Нет, никаких новых айфонов. Да я не буду в школе играть. Нам даже не разрешают. Мой айфон уже просто устарел. Мне давно нужен новый 11-й. Давно нужен? Тима, это очень дорогой телефон. Я даже себе такой не покупаю. Твой вполне еще неплох. Но я новый хочу. Хочу. Хочешь, вот так сам на него и заработай. Да, мне этого не хватит. Папа, я хочу себе новый 11-й айфон, а денег мне на него не хватает. Как мне можно заработать на него? Ты хочешь заработать на 11-й айфон? Это ж около 1000 долларов. Угу, хочу. Ну, ты можешь полгода заметать улицы. Нет, не подходит. Ну, можно устроиться на месяц помощником Деда Мороза и проводить праздники для детей. Это интересно, но тогда все праздники мне придется работать. Ну да, чтобы заработать 1000 долларов, нужно поработать. Ну или можешь продать чего-то ненужного, там игрушки или PlayStation, например. Нет, PlayStation нельзя продавать, а вот какие-то игрушки можно. Что бы такое продать? Коллекция у меня Вейблейдов большая. Можно, пожалуй, что-то и продать? Хороший наборчик, новиночка. Его можно будет подороже продать. О, трек-дракон. Тебя тоже можно продать. Так, что бы еще? Драгоноид Максимус тоже можно дорого продать. Жалко его, конечно же, но мне так хочется айфон.
Это ты все готов продать? Жалко, конечно, немного, но я так хочу 11-й айфон. Ты много всего насобирал, но боюсь, на айфон не хватит. Тем более игрушки не новые, за них можно взять только половину стоимости. Столько крутых игрушек и все равно на айфон не хватит? Неа. А почему ты прицепился именно к айфону? Можно купить смартфон не такого раскрученного бренда, и он будет стоить в 5 раз дешевле и по характеристикам не хуже, чем айфон. Но мне айфон хотелось. Значит, еще игрушки ищи. У тебя точно есть еще. Нет, я совсем без игрушек не хочу оставаться. Давай тогда это продаем и покупаем крутой смартфон, только не такого раскрученного бренда. Ладно, давай. Иди, я как раз нашел несколько интересных моделей. Дима, твой новый смартфон приехал. Класс! Так. Класс! Тебе нравится? Класс, да, очень! И еще такой синенький, красивый, два цвета. Не жалеешь, что не айфон? От айфона я, конечно, тоже бы не отказался, но этот телефон тоже очень крут. Ну, устанавливай свой Бравл Старс, а на айфон еще заработаешь. Не думаю, что 6-й iPhone хуже вот этого телефона. А большой экран ему нужен только для того, чтобы играть в школе в Бравл Старс. Я не очень рада тому, что ты поддержал его с покупкой этого телефона. Боюсь, это плохо отразится на его оценках в школе. Мама, с оценками все будет хорошо. А сколько классных игрушек продали. Не жалко, а? Жалко немного, но зато у меня есть классный телефон. Обещай не играть на нем в школе. На уроках точно не буду, только на переменах. Нет, в школе перемены даны для того, чтобы встать и немножко подвигаться. Ты что, сколиоз хочешь заработать? Обещай не играть в школе совсем. Ну хорошо, обещаю не играть. Ну посмотрим. Ты действительно не играй в школе, а то влетит и тебе, и мне. Да я не буду. Ну разве что чуть-чуть. Вот она, золотая карточка. Давай донатить. Давай. Есть. Большой ящик. Мега. Давай. Давай, давай. Дима, еще. Это ты тратишь мои деньги.